Bună ziua, stimați cetățeni și reprezentanții mass media. O să încep discursul meu în limba moldovenească. În clădirea aceasta, foarte mult și des se vorbește despre democrație, principiile și valori europene, civilizație. Dar, de fapt, în realitate, în Republica noastră a instalat definitiv dictatura și, cu părere de rău, cea mai urâtă formă dictaturii, dictatura nazistă. Fiindcă cea xenofobie sălbatică și agresiune pe care deschis manifestă puterea și slugile lor, deja nu au limite. Fiindcă așa astfel de ură și intoleranță față de o altă persoană, care vorbește în limbă diferită, gândește diferit și este diferită, de tine a fost arătată ultima dată în Germania nazistă, în anii 30. Noi știm la ce poate duce un astfel de comportament barbar. Și anume, din acest motiv, noi nu avem niciun drept să tolerăm astfel de lucruri. Mai mult ca atât, noi vom proteja fiecare cetățean, indiferent de naționalitate și limba vorbită, fiindcă sunt sigură că multinaționalitatea și diversitatea noastră este o putere a noastră, dar nu nici de cum un motiv de separare, ură și dezbinare. В связи с тем, что весь этот беспредел и деградация, запрет говорить на языке, на котором говорят 30% населения, а понимают более 80%, закрытие телеканалов под ширмой отзыва лицензии без суда и следствия и уже даже без разъяснений, снятие избирательных конкурентов в разгар предвыборной кампании явным образом демонстрируют нам и всему миру, что диктаторский режим ПАС официально расписался в своей беспомощности и немощности. Они прекрасно понимают, что не способны добиться успеха в справедливой, честной и равной борьбе. Власть, безусловно, находится в агонии. Но самое драматичное – это то, что все, что это идет под прикрытием европейских лозунгов и с молчаливого согласия, что-то мне напоминает это пропаганду через молчание со стороны наших международных партнеров и друзей. Мне искренне хочется верить, что те международные принципы и ценности, которые декларируют европейские организации и посольства, являются для них по-настоящему приоритетом. Именно поэтому я официально обращаюсь через этот брифинг и через те письма, которые я подготовила, ко всем дипломатическим миссиям в Республике Молдова. Многоуважаемые господа дипломаты, сегодня Республика Молдова и наши граждане как никогда нуждаются в вашей поддержке. Ведь весь тот ужас, который открыто творит президент и ее команда, оправдывается вашей протекцией и поддержкой. И чем дальше, тем хуже. Например, избирательные конкуренты удаляются с дебатов на общественном канале по поручению представителей власти. А главное, повод какой? Язык общения. При этом, что Молдова – многонациональная страна, Молдова является членом ООН, а значит, обязана соблюдать всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенцию по предупреждению и ликвидации любых форм расовой дискриминации и другие. Я искренне надеюсь, что для вас эти документы несут важную ценность, в отличие от той ценности, которую они несут для нашей власти. Я искренне хочу поблагодарить моих конкурентов и граждан за ту мощную поддержку, которую они мне оказали после шокирующего и дикого инцидента на Молдова-Уну. Это показало, что в процессе деградации у нас находятся только представители власти. Наше общество, слава Богу, этим не заражено. А значит, у нас есть перспектива на развитие и спасение. Но в продолжении обращения к многоуважаемым дипломатам хочу подчеркнуть, что реакции на варварский инцидент на Молдова-Уну со стороны государственных учреждений и органов непоследователей, что лишь подтверждает тот факт, что именно они стали заказчиками позорного поведения руководства Молдова-Уну.
Более того, сам диалог, который происходил в начале наших дебатов, подтверждает, что избирательный конкурент господин Карр просто очень испугался тех вопросов, которые я ему могу задать как избирательный конкурент. Более того, уважаемые господа дипломаты, закрытие 6 телеканалов и в общей сложности 12 показывает, что те, кому вы сегодня доверяете, те, кого вы сегодня поддерживаете, не гнушаются абсолютно ничем и пойдут на все для того, чтобы закрыть рот неугодным и тем, кто их критикует. Агония власти лишь подтверждает, что они сами прекрасно понимают, что поддержки среди граждан у них нет и быть не может. И единственным способом является попытка закрыть рот тем, кто имеет смелость сказать правду о том, что происходит у нас в стране. Также беспрецедентным и абсолютно необоснованным является снятие избирательных конкурентов во время предвыборной кампании. И подчеркну, что опять это идет нетранспарентно, без суда и следствия, без того, чтобы наши граждане могли соблюсти свои законные и основополагающие права, прописанные в Конституции и в Декларации прав человека. Более того, по факту произошедшего на Молдова-Уну, я также обратилась в Генеральную прокуратуру, Консилиум по равенству и аудиовизуалу. Я очень надеюсь, что они обязательно обратят внимание на то, что руководство Молдова-Уну в данной ситуации нарушило уголовный кодекс, и мы хоть раз увидим реальное соответствие того, что написано в уголовном кодексе, и применение его на практике. И в завершении своего выступления хочу подчеркнуть, что то, что происходит сейчас, касается не только конкретно меня или тех, кого сегодня преследуют, прессуют или лишают основных прав и свобод. Это не личные амбиции, не личный интерес. Это касается цивилизации и демократии, которая сегодня в Молдове нуждается в нашей защите. Что все это находится в огромной опасности, пока у власти находятся представители ПАС. Более того, цивилизация и демократия должны проявляться не только в выступлениях в парламенте и из уст временщиков во власти, но и на деле. И раз уж те, кто сегодня всеми силами, буквально зубами и ногами вцепился в ускользающую власть, не в состоянии это сделать, значит, это сделаю я и мои коллеги. Значит, мы заставим их уважать наши права, наше мнение и наши ценности. И сейчас, как никогда, у каждого из нас есть эта возможность. Либо сказать решительное и бесповоротное «нет» деградации Республики Молдова, или поддержать уничтожение страны. Все зависит только от каждого из нас. И я вас призываю всех выразить в этом отношении солидарность и свою четкую позицию в отношении того, что происходит в Республике Молдова. Спасибо за внимание.